наш отель закончился. Поехали мы сейчас. Не надо нам даже ехать в Венецию. Мы можем посмотреть и тут венецианское стекло. Сейчас мы поедем посмотрим. Мы там уже были много раз. Вот там озеро за деревьями. Вот там озерочко. Да. Сегодня солнышко. Вчера мы были, солнышко не было. Вот мы поедем. Господи, как он называется, китайчик сам, этот? Гарасуа, Гарасуа. Венеция на Гарасуа. Хаконе? А, Куратигримаска. Вот здесь такие деревья, да? Это Нантоконе на Маева. Вот это вот там туалет такой большой. Главное, что везде хорошо, ведь у нее туалет есть. Опять вот, вот они ворота, Мон, Окимы. Тут вот объяснение, куда ехать. Вот он, Мон, большой. Ну, тут продают, покушать можно. И здесь у нас что? И здесь много магазинов, здесь изделия из дерева. Как едет автобус прямо, но совсем на нашей линии. Вот здесь узенькая дорожка. Надо быть ювелиром, да? Ювелиром. Посмотри, Хаконе, Гутемба, Мияносима. Док, что? Тут красиво. Я тут покупала один раз такой брелочек. И сразу же железочка отвалилась. В этот раз я купила зайчика. Брелочек девочку. Потом покажу. Вот у меня есть. И еще мы купили хащи. И что-то. Вот что они едут. Вот такая вот людям. Вот тут только с одной стороны можно пройтись. Вот автобуса люди ждут. Вот такая вот тут Хаконе. Вот такое Хаконе. Так. Ой, планшет поставила на машину. И вот мы сейчас поедем. Вот тут. Мы сейчас поедем вместе в горы. Ой, там тоже. Вот так мы едем. Вот такие горы. Немножко будет трястись, потому что я не на камеру снимаю. Она планшет. А кучика надо? Куканай, кучини кучканай. Так, у меня он любит куда-то завернуть. Куда сам не знает. Зачем кокуды? Вакаранай там. Такие стоят. Стоят большие автобусы. То есть мы поехали, он говорит, любит у меня разведывать. Хотя у нас есть вот эта штучка. Ну вот мы вернулись. Вот он, Мон. Просто мы сверху сделали петельку. Ему любит он так вот ездить петельками. Вот тебе озеро, озерко такое вулканического происхождения, да? Сам подиктор. Так, поехали. Тут еще есть Мон. А здесь можно, да, вот сегодня, если бы мы еще бы день бы остались, то мы бы еще бы походили, да? Вот так вот. Везде платная стоянка, бесплатной стоянки почти нету. Есть там в одном месте. Чуть-чуть. Такие деревья громадные опять показывают. Вот этот мы зачем сюда поехали, а? По такой мелкой дороге, которая вот она идет вдоль берега. Ой, вот дядечка фотографирует. Не видишь, что сзади? Иностранец, кстати. Тоже непонятные звери какие-то. Мы здесь уже ездили. Вот. Ну, тут прямо надо с ювелирной точностью ехать. Тут красота. Еще какой-то отель есть. Отелей много. Отели многие закрылись. А вот этот отель мы видели, ехали когда на теплоходике, на пиратском кораблике. Вот она, золотая осень. Здесь, вот тут бы только дорога, вот тут бы пройтись еще красиво. Вот внизу есть дорога, да? Красиво как. Это вот в горах. Хаконе. Хаконе
национальный парк. Вот. Охраняется как бы государство. Да? Здесь где-то есть солдаты, они постоянно взрывают, да? Китай, Исайл, папам, бабам, Марина, что сейчас мы выйдем. Но тут узенькая дорожка, совсем узенькая. Поехали, мы посмотрели на него и поехали дальше. Вот такая красота. Такой лес. Поехали в горы. В горы. Поворот. Сейчас будут повороты. Ой, я боюсь. Ралли называется. Вот тут сразу обрыв. Ой, я этого не вынесу, мне страшно. Потом мы едем вверх. Все вот такие ралли. И солнышко. Сколько у нас минут? Тут уже еще одна. Но сегодня небо голубое, да? Дом в японском стиле, да? Закрыто все. Закрыто. Очень много, говорю, отелей. Закрыто. Вот, это его, вот мы вышли на большую дорогу. Пораните меня, брат. Ага, вот он. Фуникулер. Это вот туда ехать. Да это сколько там метров-то? На метр, Гурайка. Куримаска? Куримаска. 7 метров, Гурай. Нет, 7, я... 7 метров, идёт. Идёт. Да, кара больше, чем 1000 метров. Не, я тут... Это шаритик, да? Да. Хочет туда пойти пешком. Ну, пожалуйста, иди. Давай, там я такая Ашка. Крыша. Ашка моя, с этого я... Вот это... Все ухоженное, красиво. Вот опять мы смотрим на эту гору. Ой, опять... Ну, здесь немножко уже... Мы едем на... посмотреть венецианское стекло. 105-й раз. Мы едем. Что там вот золотые, желтые, красные деревья. Мы уже немножко облетели, а вот там вот озеро внизу. Да? Деревья. Ну все, тут уже получается у меня повороты и буча-буча, как говорится, появилась. Здесь сетка над дорогой. Ой, сетка. Наверное, от листьев или еще от чего, даже не знаю. Такая узенькая дорожка. Ночуй, куда сай, будьте осторожны, да? Вот. Тоже листья уже облетели. Тут уже золотая осень уже заканчивается. Вот. Если вот пониже, то будет. Вот такая дорога. 40 километров. Едем 52. Озеро и горы.
озеро там, озеро. Особо не видно. Если заехать немножко повыше, есть специальные стоянки, чтобы посмотреть вниз. Кстати, очень красиво. Вот так вот вокруг дороги, вот так бетон, чтобы не сходило. Потому что здесь зимой снег бывает, может быть дождь. И чем тут опасен дождь? Ну, идет лавина, обвал. Вот оно, озеро, вот оно. Не видно деревья. Не видно его. Не, вот оно. Осинок. Озеро немножко, оно такое вытянутое. Там немножко, где мы были в отеле, оно круглое, а потом оно идет вытянутое. Тут рали. Это мы как едем по средней полосе России, такие же деревья наподобие. Они средние немножко. О, люди лодочку с собой везут, будут кататься. Здесь итальянские флаги. Вот мы идем. Папа, ну что? Посмотрите, вот там называется. И все блестит. Пожалуйста, Сваровски. Бриллианты. Тут же еще пальмы. Уже начинается антик. Красота. Ну, пошли.